А на сцені «Х-фактора» лишилося заспівати останньому на сьогодні учаснику. Скорее идите к нам, скорее. Добрый вечер. Мы ждали вас все это время. Добро пожаловать. Наконец-то вы пришли. Как вас зовут? Остап. Мне мама играла на виолончели. Папа у меня военный дирижер. Дедушка у меня музыкант. Даже прадедушка. То есть, получается, я музыкант в третьем поколении. Я могу сказать, что мой папа до сих пор в таком небольшом шоке пребывает. С того момента, когда он услышал то, что Остап начал петь. Представь, сын всю жизнь занимается тем, что он учится на пианиста, а потом бах, ему говорит то, что я хочу петь. Я такой человек, я всегда, знаешь, я всегда делаю то, что мне нравится. Вы красивый. Почему вы смотрите только на Настю? Ну, а извините, мальчик, извините. Даже на кого же вас смотреть? А что вы так мало смотрите налево? Что? Если она от вас слева сидит, правильно? Когда пианино на сцене, я смотрю только на пианино. Окей. Все, проехали, хорошо. Вам Настя, мне пианино. Договорились, нет, я нет, согласен. Так, не пойдет, так подожди, не а что ты разбазариваешь? Что? Прям отдаешь меня вот так? Не. Все, уходите? Нет, не ухожу. Пускайте сюда. Я ручка. Так быстро не сдаюсь. Слава богу, хорошо для вас. Встречайте, Остап Скороход. Сейчас вот абсолютно все девушки у экранов сделали вот так.
кажется, вам немножко не хватает ощущения пауз. А все-таки это приходит, наверное, с каким-то сценическим опытом, которого, возможно, у вас не было. Я как пианист просто, ну, понимаю, о чем говорю. Дима, но... если ты пианист, иди, пожалуйста, сыграйте вы уже в четыре-то руки. Легко. Давайте, ребята, ну покажите. Покажите, на что вы способны в этом шоу. Зараз почнеться. Дует? Дует, можливо. Можливо, батл. Переведи. Батл, ну це коли там соревнования. Дім, тільки не три години, будь ласка. Що це не вбиєм? А то ми встигнемо виспатись тут. Дофа? Да я буду ходити, куди хочу. Простите, ну, понимаете, это такая... У пианистов есть такая проблема. Если они уже начинают играть, не они могут остановиться. Не могут остановиться. Стаб обладает теми качествами, которые, наверное, и ищет X-Factor, да? И внешне, и поет, и играет, и открытый, и свободный. Мне нравится. А те минусы, которые мне не очень нравятся, я вам потом расскажу. Я вам говорю «да». Спасибо большое. Очень дерзкий. Но мне это так нравится. Он покраснел, посмотри, как густо. Я тоже говорю тебе «да». Ты молодец. Остап, відразу було таке почуття, знаєш, що все-таки ти думаєш, що I am so, so great, so cool man і тому подібне. Ти дуже, дуже віддаєш собі багато часу і не бачиш навколо себе нікого. Ти крутий, але... Ти, мені здається, ти забув взагалі, для чого ти знаходишся на сцені. Це моя думка. Я кажу – ні. Да, мені теж многое не нравится, а многое нравится. І в этом і є настоящість, і це і є круто, тому що нравится всім невозможно. В чоловіку є зло, є добро. І я говорю вам, добро пожаловать в сім'ю X-Factor. Ми вас ждали, наконец-то ви прийшли. Спасибо большое. Ви нужны Україні. Ви нужны Україні. До встречи, засранец. Ну, я думаю, как для первого дня это было неплохо. Да. Я был рад знакомству. Взаимно. Нам свиньи понравилось. Что-то ножки уже не ходят, да, немного? Ребята, с вами спасибо вам.